Так, ну и продолжаем. Что у нас здесь? Здесь у нас куча врагов, это хорошо. Ловите гранату. Трехочковый. Да, это было круто. Еще есть желающие? По-моему, там все угомонились вообще, кто только возможно. Блин, ну увидели, да, какой это был бросок? А, черт, мне, по-моему, в НБА пора идти. Так, ну что? Так, и что, давайте спускаться. Хорошо, это хорошо. Так, что у нас? Здесь у нас... понятно, там куча народа, большое открытое пространство. Мне туда, честно говоря, пока не охота. Зато здесь я вижу плоды деяний своих. И причем они были вооружены автоматами, штурмовыми винтовками, что отрадно вдвойне. Как я их? Ну, как, а? Так, здесь мы видим, что уже все, вечереет, скоро уже ночь. Соответственно, мы уже довольно долго в этом дерьме, хотя, казалось бы, только начало, но, тем не менее. Ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. По-моему, я так довольно-таки необдуманно поступаю, выбегая против толпы. Ну да ладно, что-то меня прет. Там еще бегут. Вообще, что хорошо в Фире, это умные враги. Вот сейчас, смотрите, если он не сможет, он будет знать, что я здесь, но прицеп ему не будет давать, допустим, стрелять. Он просто присядет и начнет из приседи стрелять и тому подобное. Они обходят, они проползают под прицепами. Это вообще, ну, просто очень сообразительные ребята. Ты что творишь? Все, блин, да, все, теперь точно все. Да, тишина. Ну и ладно, нашим легче. Так, надо пробираться дальше. Надо пробираться дальше. Это было довольно-таки несложно, я бы сказал. Так, не, видимо, туда. Сейчас пойдем посмотрим. Или все-таки сюда? Так, сюда я залезть не могу, к сожалению. Хотя, казалось бы, чисто физически это довольно легко сделать. Но простим гейм-дизайнерам эту ошибку. Это скорее даже не ошибка, а такое простое игровое ограничение. Ничего страшного. Нельзя так нельзя. Так, что, куда мы попадаем? Очередной какой-то склад, очередные канистры. Вообще, кстати, за что... Иду, что такое, блин? Единственное, вот я помню, за что мне не нравился первый эфир, это за однообразие локаций. С разнообразием здесь всегда был... Тихо. Кто здесь? Кто здесь? С разнообразием всегда было туговато. То мы 2 часа ходим по одинаковым складам и офисным помещениям, то приходим в какой-нибудь небоскреб и там ходим по кабинетам однообразным, конференц-залам и тому подобное. Так, пока я тут говорю, мне сейчас какая-нибудь хрень прилетит, похоже. Расписание, это хорошо. Так, тут ты, блин, это Фетт или кто это вообще такой ходит? Или тот... нет. Блин, кругом кровавые следы. Кто здесь? Что это за баг? Какой-то баг. Ну да ладно. Да, кровавые следы. Ой-ой, нет, туда я не хочу, там все в крови. Так, я лучше сюда схожу сначала. Что у нас здесь?
Здесь у нас усилитель. Это хорошо. Не зря ходил, как говорится. Так, ладно. О, тут вообще что-то жопа какая-то. Блин, ну конечно. Альма, блин, дает стране угля, как говорится. Просто разложила на атомы. Нам, видим, по лестнице. Ладно, пойдем. Пойдем по лестнице. Да, не особо пока страшно, скорее напряжно, но даже враги особо не сопротивляются. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Твою мать! Какого хера? А, да, я вспомнил этот момент. Ладно. Ладно, тут мы выжили. Мы выйдем через окно. Да-да-да. Да. Вынесло нас взрывной волной. Альма всячески пытается привлечь наше внимание. Ну и ладно. Пытается и пытается. Так, и мы попадаем на следующий уровень. Он жив. Врача? Кажется, он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще выжил. Об этом потом. Мы засекли Фэттона. Источник сигнала там, неподалеку. Надо накрыть его и побыстрее. Джин, ищи Янковский. По моим данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится. А теперь бегом! Так, ну ладно, мы оставляем напарников, пусть они ищут Янковского. Везунчик. Да, я везунчик, я вылетел через эту... Что тут было, окно? Не знаю, короче говоря. Ты слышал, не указывай мне, что делать, женщина. Так, ну и мы продолжаем искать Фетхла. Тихо. Проехал броневичок армии клонов. И мы спускаемся сюда. Что у нас здесь? А здесь у нас все та же шляпа. Клоны уничтожают гражданское население. Пожалуйста, помогите нам держать эту комнату в чистоте. Говно вопрос. Так. Да, судя по переговорам, мы сейчас единственные, кто остались на этом объекте, потому что основные силы и эфиры спецназ направляют к зданию Армахема, где ведется основная война между солдатами-клонами и, соответственно, спецназом. Наша задача остается прежней – найти Феттеля. Так, это какого хрена? Обалдеть. Тебе, похоже, молотком кто-то вывел, что ли, мозги? Ух, пакость какая. Так, осторожно. Используйте поручни. Да, мы видим. Один у нас, похоже, не использовал. Ну да ладно. Может, и использовал. Но не по назначению. Так, двигаем дальше. Какие-то баллоны. Что у нас? Ой. Так, да, наши силы все улетают. Большое открытое пространство. Куда же нам надо? Во-первых, мы можем... Так, что мы можем? Мы можем спуститься отсюда, пройти вот так вот и попасть туда. Во-вторых, мы можем пойти прямиком и попасть в ту дверь. Так, давайте спустимся. А нет, отсюда мы не можем спуститься, понятно.
Видимо, нам остается идти только вперед. Самое главное, что пока вроде никого нет. Это уже тоже по-своему хорошо. Так. Тут у нас забаррикадировано все. Так, куда это мы попали? Ага, я вижу телефон. И какой-то рычаг. Сейчас наверняка я его нажму и попрут боты, поэтому давайте сначала послушаем телефон. Одно новое сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Сообщений больше нет. Ага. Похоже, уже больше не перезвонит. Так, все, я понял, где находимся, и давайте дернем рычаг. Так, ну и куда это нас приведет? Так, пойдем. Это, похоже, огромный резервуар с водой. Не знаю, конечно, точно, я в этом деле не специалист. Но тем не менее. Так, и тут мы спускаемся. Куда это мы спускаемся, интересно? Вообще, я в хоррорах не особо люблю спуски, потому что там внизу ничего хорошего, как правило, не ждет. Но хорошо то, что Fear — это не совсем полноценный хоррор. Это скорее шутер обычно, с элементами. Так что, может, все обойдется. Видимо, нет. Так, а что, куда мы идем? Ой, тут у нас тьма тьмущая. Ненавижу тьму. Ой, крысы.